Тарам-бам-бам. Бомбино Ричи. Откуда напиваешь-то? Чего? Откуда напиваешь, Ваня? Не знаю. Ну что ж, могло быть хуже. Фигурка зомби. Упал, ударился об стенку спиной. О, улетел. Сейчас еще баллоном по роже. Это выглядело, кстати, смешно. Банда! Ой-ой-ой, ударился. Почти все хп потерял. Что это? А, это карантинная зона, которую я уже зачистил. Так. Ты жив? Да, подхилился. А, хорошо. Ой! Через тоннель опять бежать, я тебя подожду. Знаешь, ты не говорил, что крыша может взломаться. А, да. Это фанерка. Я теперь понял. А там меня сюрприз пожидал. Зомби? Ты догадливый. Но он мне даже не укусил. Чё-то скучно стало. Чё-то скучно стало. Ладно, побежали, потом по пути еще постреляешь. Фонарик. Вот, стреляй, бегуны еще есть. О, здесь все бегуны, это же тоннель бегунов. Стреляй, стреляй, потом еще патронов купишь. Денег дам даже. О, смотри. А, нет. Нет, такой ты не выучил. Подкат и удар в подкате на это. Ломание ног называется. Вот еще. Они говорят, ну, а потом такие, типа, нет, все равно, да. Когда их бьешь, они такие, нет, пейн, больно. Могут орать что-то. Надо просто ломать голову, чтобы быстро не заболеть. Отойди от нее, она взорвется. Они типа уже это, ну совсем тухлые. И от этого взрываются? Да. Походу они просто порох переели. Да нет, они совсем типа гнилые, его как эти, киселем таким взрываются каким-то ядовитым. Трупный яд там, не знаю, еще что-то. Какая-нибудь такая хурма. Круто. Вот где эти водоросли вонючие? Сейчас еще попрыгаем. Блин, Серег, я сдаюсь, я не знаю, как этот квест выполнять. Он меня затрахал уже. Кажись, он не рабочий, не запачкай его. Потому что я столько водорослей на берегу... И все должны быть, все квесты рабочие. Лаванда там... Бинты, короче, газ искать там, ядовитая трава. Кстати,
Тогда пойдем ядовитую траву искать и заодно заглянем. О, водоросли нашел в отмеченной точке, но... А, ну она не по это самое, не засчиталась. Вот и. Знаешь, не рабочий квест. Ладно, давай тогда за мной опять. Извини, что так гоняю. Но зато качаемся. Вообще выгоднее ночью качаться. Двойная экспо. Сервер X2. А ночью качаться? Вернее, следующей ночью мы будем веселиться. Нет, я... По крайней мере, я буду недалеко от убежища. Если ты не против. Окей. Что-то против 4 охотников я как-то не горю желанием погибнуть. Такой смысл. Я посмотрю на тебя. Все путем у меня товар. У меня тоже. Но нас только 2. Заблевали, сволочи! Кто посмел? Плевун. Недалеко, значит. Или взорвался. Ладно, пойдем. Секунду, отомстить надо. Не-не, все, побежал я. А то заплевал опять. Что, видишь, потом замочусь чистить. А, они под машинами, кстати. Так. Что тебе не нравится? Дотянись ты уже до него. Где? Сейчас крышу посмотрю. Ой, это безопасная зона опять. Тьфу ты. Ой, кто это так половину хп сразу снял? Ой-ой-ой. Ха! Это этот раннер. Бегуны, короче. Тут ты откуда, блядь, с какой стороны, сука? Забавно, голову у них взрывается. Мне это вообще прикалывает. Нет, это я включил ловушку. Ты ему ноги сломал, что ли? Никак, я еще не успел сломать. Ну вот ты ему сломал.
Вот ты ему ноги сломал или кто-то ему ноги сломал. Он... Не надо! Оставь его в покое. Он... Прикольно, он забавно. Да, все-таки ударил. Оружие, только автомат и то, что ты не дал еще. Калун. А мне надо починить оружие. Во, починил. Мы когда-нибудь придем вообще по квесту или нет? Пойдем, я покажу тебе место, будешь качаться, стрелять сколько тебе влезет. Что, склад с оружием? Нет. Если у тебя патронов хватит. Залезай сюда и все, и ты просто бог этой игры. Спасите выживших. Выжившие тоже сейчас, походу, сдохнут от моего коктейля Молотова. Мы должны спасти. Нет? А, нет, засчитали. Слушай. Давай, давай. Подожди, сейчас это прибежит. Круто взлетело. Убегаю. Что там сделал? Баллон. Лопнул. Там его пустает. Он сейчас взорвет. Так, а слушай, нам туда надо бежать. 100 метров еще. Боеприпасы купить можно, они ж недорогие. Руда, но купим в следующем сезоне. Чисто теоретически. Слушай, надо этих же уничтожить. Двое.